свадьбу Натальи и Александра Семеновых торжественно зарегистрировали в Заволжском ЗАГСе. В 1971 году курсант Ульяновского танкового училища пришел поздравить студента к торгового техникума в костюме Деда Мороза. Одна из них так хорошо его запомнила, что вторая встреча через пару лет оказалась судьбоносной. Она уже работала в Черемушках на Гончарова. Он пришел за чемоданом? Да, я за чемоданом. И встретились. Здравствуй, говорит Дедушка Мороз. Я уж ее вспомнить не могу. И поженились. И уехал я с ним году. В Германию. Там прожили мы 5 лет. Потом нас отправили в Белоруссию. Из Белоруссии в Африку, с Африки опять в Белоруссию. Несмотря на многочисленные переезды и жизнь в непростые для страны времена, супругам удалось создать крепкую семью, вырастить сына и дочь. Сейчас они помогают воспитывать внуков. В Ульяновском ЗАГСе наградили еще несколько семей, отметивших годовщины. Уделили внимание и молодоженам, которые совсем недавно стали семьей. От будущего планируем создать семью большую. Ну, как обычно, купить квартиру, вот это все, пойти это, по работе в плане это карьерной лестницы. Напутствие молодым дали Наталья и Александр Семеновы. Супруги, прожившие полвека вместе, считают, что секретов у счастья нет. Главное – уважать, поддерживать, заботиться и, конечно, любить друг друга. Семье Григорьевых юбиляры подарили частичку семейного очага «Сердца России». Огонь «Сердца России», переданный молодым, зажгли в Муромском Свято-Троицком монастыре, где сохраняются мощи святых Петра и Февронии, которые почитаются в России как покровители семьи и брака. После зажжения пламя перенесли в 12 лампад и доставили в разные уголки страны. Юлия Адамова, Анатолий Рассохин, Управда ТВ.